Книгу «Последний из группы Джек» презентовал в Минске легендарный разведчик Геннадий Юшкевич. В своем произведении белорусский партизан вспоминает боевых товарищей, которые входили в состав разведгруппы Джек. В августе 44-го перед наступлением Красной армии в тыл врага забрасывали десятки разведгрупп. В одну из них попал 13-летний подросток Геннадий Юшкевич. Он был заброшен в Восточную Пруссию. Юный разведчик не только выжил, но и полгода добывал и передавал советским солдатам ценную информацию. Сегодня, как говорится, второй день рождения. Мне просто радостно от того, что я вижу здесь людей, которые понимают, что память о войне нельзя выбросить, как ржавые осколки. А когда читаешь книгу, когда каждую строчку пропускаешь через свое сердце, это остается в памяти. Я прошел детдом, был и беспризорником, был и пастушком, был и батрачком в деревне Ляховичи. Но цель моя была сделать что-нибудь для своей родины, потому что я был так воспитан. Последний из группы «Джек» – третье издание Геннадия Юшкевича. Помимо френдовых воспоминаний, в ней описана послевоенная жизнь разведчика и стихи автора. И дорогами Великой Победы в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы ведем хронологию событий далекого и судьбоносного 1944-го. Как это было, вспоминаем вместе. 22 апреля 1944 года. В этот день началась карательная операция гитлеровцев под кодовым названием «Прогулка на Семуху» против партизан и жителей Бегомельского, Плещеницкого и Борисовского районов. Партизаны делали все, чтобы помешать фашистам. В жестоких боях, которые продолжались до 12 мая 44-го, гитлеровцам были нанесены большие потери в живой силе, а партизаны образовали новую линию обороны. Из оперативной сводки Совинформбюро. Немецкое командование направило против партизан, действующих в одном районе Минской области, крупную карательную экспедицию. Советские патриоты устроили засаду у дороги, по которой двигались гитлеровцы, и внезапно напали на каратели. В ожесточенном бою партизаны истребили до роты немецкой пехоты. 22 апреля 1944 года. До полного освобождения Беларуси оставалось 93 дня.